Опубликованы кадры боев с участием чешских бойцов Интернационального легиона, воюющего в составе вооруженных сил Украины. На кадрах, распространенных в телеграм-каналах, видно, как бойцы из Чехии, ведя огонь по противнику, продвигаются в лесном массиве. Представляем вам эти кадры. Входим. Vámonos, salimos. Давайте, ahora. Торцы чисто сюда, Басар, туда. О, а там тоже. Позор, и налево, и направо. Иди. Мы тут так пришли, нормально уже. Ну, я знаю.